Только по попе можно бить. Кто победит в этой схватке? Только по попе. И что же, Лен, расскажи? Пляж и бассейн. Да, причем, по-моему, даже с русалками, да, Лен? Да. А где, у тебя рекламка? Да. У тебя там карта, да, острова? Да. Вот русалка. Ну что? Ну что, папки, кажется, что тут очень круто. Я слышала, что тут есть крутой аттракцион, чтобы проехаться вокруг острова и осмотреть все достопримечательности. Называется он Электросани. А тут так есть? Ну что, ты хочешь на этих электросани? Да. Все, пойдемте тогда на электросани. Ты заходишь на санки, Лен? Да, мы с тобой пойдем. Да, мы с тобой вместе сядем, а папа отдельно. Очередь тут тоже, да? Ага. Смотри, забираемся наверх. У-у-у, как круто! Чух-чух. А даже страшно, да, Лен? Мам, мы тебя будем ждать. А вот как мы. Да. Интересно, да, так ехать? Слушай. А папа там сзади едет. Мне кажется, Лен, что сейчас нужно подготовиться, потому что вот сейчас как раз-таки должен быть спуск. Мы уже подбираемся на такую самую высокую точку. Не знаю, что там нас ждет дальше. Держишься? Да. Супер! Я уже понимаю! Все? Как плавка! А почему те люди были наверху? Не знаю, сейчас посмотрим, Лен. Оказывается, это была такая зона парковки. То есть они объясняют, что тут нужно тормозить, потому что тут крутой спуск. И они показали мне, как тормозить наши сани. Сказали, что снимать нельзя. Но мы тут немножко рискнули с Леаной, да, и все-таки держим камеру. Чуть-чуть притормаживаем. Мама, я побоялась. Ну, побоялась, я тоже. Класс! Тут еще один дядя, мама. Выключи камеру. Нас уже остановил дядя, сказал выключить камеру. Ну, тут, конечно, очень прикольно. Вид очень красивый.
Да, мы стараемся медленно ехать, быстро не ехать. Мы не сказали, вот здесь вот очень крутой путь. Да, мы сказали, не надо останавливаться. Да. Классно, да, Лен? Все, камеру выключаю. Очень крутой спуск. Ага. Да, у нас тут возникла очень интересная ситуация, потому что расстояние нужно держать 25 метров, а впереди нас едет машина, и они почему-то особо не торопятся ехать. А вот, смотри отсюда, какой отличный вид. Мама, это все видно, и замок. Мама, у нас папа в пещеру пойдет. Конечно, пойдем. Мы, я уже сказала, мы сегодня постараемся все успеть. Вот мы уже достаточно разогнались. Я вот так стараюсь... это поезд! Да. Я так стараюсь особо не тормозить, чтобы ехать быстро. Вот уже даже так разогналась. Лена боится. А что, если мы... Лена, смотри, какой отличный вид на море открывается там. А тут будет зал. Просто супер. Это канат... Да. А это канатная дорога, по которой мы ехали. Вот это супер, Лен. Так быстро, да? Ну как, тебе нравится? Видишь уже, как я разогналась? Я практически не нажимаю на стоп. Вид отличный, просто супер. Канатная дорога, по которой мы ехали, замок и море. И вот это страшно, да? Страшно, Лиан? Как ты думаешь? Нет, не страшно тебе? Вот, две времена такие замки были. Да, где папа наш, я не знаю. Мы уже его потеряли, да, Лиан? Да. Где я наш папа? Я вижу! Видела? Да. Так, вот здесь притормозим, здесь нет. Такой спуск. Не, мам, я не видела, папа. Вот, такие горы были, когда были две времена. Видишь? Такие класс! Дай сочетать? Да, ну зачем? И дома такие длинные. Супер, Лен. А ты видела свой дом? Такой же? Слушай, достаточно быстро, да, едем? А я держусь. Держись, да, потому что я тебя совсем не держу. Ну все, подъезжаем к концу трека. Ну папа-то где она? Ну папа еще за нами едет. Я не вижу. Дядя! Дядя, выпусти. Лена, ну как тебе, понравилось? Как я водила, так хорошо? Лена потеряла папу, ждет папу. Где наш папочка, Лен? Ну, пока папу ждем, расскажи мне, как я водила, хорошо? Да. Хороший из меня водитель? Да. Неплохой? Да, даже не помню. Да, я старалась быстро не ехать, ждем папу. Где же наш папа? А ты куда пришла, Лен? В замок? Лен, и где ты находишься? Возле замка, да? Че, пойдем в замок? Огромный замок, да? Класс. Замок. Лена уже убежала в замок. Высокий он вообще. Слушай, а он внутри что, музей, да, или что? Я думаю, что да. Нет, там 4D синема, 4D кинотеатр там находится. Можно фильм посмотреть? Да, я думаю, что это тоже прикольно. Лена, знаешь, что там? Лена уже заинтересовалась, что там смотрит. Что же в этом огромном замке? Лен, знаешь, что там? Котенок, знаешь, что там? Там 4D кинотеатр. Можно смотреть фильмы. Хочешь сходить? Тут толпа народу. Тут аквариум. Мы решили, что тут очень много народу, и решили сюда не пойти, пойти дальше, да, смотреть. Ого, Лен, что ты нашла? Ничего себе! Это такое мороженое огромное? Да, меня рыбка угостила. Рыбка угостила вот это, да, эскимо, да? Просто супер!
Слушай, прикольные, да, такие мороженые, огромные, да? Можно даже их брать. Очень прикольно. Эскимо, эскимо, кому эскимо на палочке? Что это? Бой мороженых? Ба! Ду-ду! Ба! Боишься? Наверное, боится. Давай. У мамы-то больше мороженое. Мама тоже возьми маленький. Какой тяжелый. Возьми маленький, вот там, поменьше. Да, ты все, мартышка, получай. Только по попе можно бить. Кто победит в этом, в этой схватке? Только по попе. А вот она фиолетовый взяла. Сейчас тебе покажешь. Давай, давай. Держу, да? Да! Ну. Да! Ого, Лен, ты в пасти акулы? Ого! И куда же ты пришла, Лен? Лена пришла в океанариум. Что же там? Вон он. Баран, да, настоящий баран. Страшно, Лен? Вон он какой. Длинный такой вообще. Смотри, он тебя увидел, Лен. Увидел тебя. Здесь много черепашек. Вон они какие. Все сухопутные черепашки. Да, написано, что руками трогать нельзя. Да, точно сказал. Давай. Пойдем дальше. Да, Лиан, вот здесь очень красивые такие рыбы, да, необычные. Белые. Нет, 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 не акулы, это такие необычные. Да? Только здесь они белые, такие альбиносы. А у бабушки есть один большой и маленький. И маленький. Да. Ну что, Лен, ты заходишь в такой подводный туннель, да? О, смотри, сколько тут рыб. Тут вообще все по-другому. Классно. Рыба. Да. Наверху рыбы вон проплывают вообще. Вот там видишь акула? Где акула? Покажите мне. Вот она акула, да. Страшно. Страшно, да? Вот это называет. Вот это называет. 这个是沉船了。那个是。对啊， смотри, вот это какая гигантская, Лен. Да, и вот это вот просто гигантская рыбина, да? А вот, смотри, она какая. Мама, она появилась, ты как интересная. Да. Это вообще очень интересное. Вон у нее какие глаза. Акула вон. Давай, иди вперед. Ну что, Лен? Да. Как тебе, понравился океанариум? Да, но я хочу русалочек. Не нашла русалочек? Ну мы их поищем, может быть, они где-то в другом месте, да? Угу. Давай, конечно. Они же здесь. Поищем. Они конечно, а так хорошо, да? Да, они сушат. Рыбки большие, много акул мы видели, да? Угу. Пойдем. Папа, пока! Всем пока! Пока-пока!
Тут такой, по-моему, будет нормально. Давай. Всем пока.